Так, ну еще вот небольшой вот короткий ролик. Ну не хватило мне просто времени. Просто времени не хватило. Вот оно, завис, он головатый. Головатый завис. Так, и вот они, голуби в разброс еще летают. Вот. Здесь уже, видимо, голуби те, которые немного и постарше, потому что выбора никакого не было, выгоняли все. Это вот одна кучка, вон она еще стая летает, стая еще выше летает. И над ней еще, вот здесь, в принципе, даже не знаю, сколько штук. 80, наверное, все-таки осталось. Вот. Можно сказать, вся моя голубятня, это вот, то, что вот сейчас в небе летает. Штук 80 точно, наверное, осталось. Вот здесь, и вон стая наверху, на средней высоте, и в разброс еще много летают. Вон они, все не приближает больше. Вот они там, плавно себе парят. Вот так вот. Вот поймал. Вот так вот я сейчас вот, если получится не потерять их, вот так вот буду я удалять, и посмотрите, на какой высоте. Хорошо они мотаются. Ну да. В принципе, вот сейчас вот здесь вот я могу сказать, что здесь штук 80 точно летает. Так как вот приблизительно на глаз вот я знаю, сколько я своих поднимаю. Здесь, наверное, все-таки может и чуть-чуть больше. Не знаю, потому что в разброс летают еще голуби. Так, ладно, буду я уже заканчивать это видео. Как и говорил, это вот последний ролик. Вот такие вот голуби у Сергея. Спасибо большое за гостеприимство. Вот поснимали, все нормально. Вот. Ну и вам обязательно покажу. Пойду еще покажу снизу голубей. Вон красношейка, красношейка. Нет, это краснохвост и чубаты просто, не шейка. Вот такая вот толпа. Подходить не буду. Пойду еще снизу покажу и буду заканчивать ролик. Так. Вот они. Вот они. Так, что-то плохо фокусирует. Небо, небо серое. Небо серое, и все в голубях. Все, вот они. Вот, можно сказать, никто никуда не закручивает. Голуби летают. В основном сами по себе. Сами по себе. Вот они. Вот здесь несколько штук. Остальные все в разброс летают. Не знаю, как камера там хватает. А вон еще толпа, наверное, штук 20. Вот так приблизу. Вон они. Вон там стая летит. Не знаю, видно, не видно. Те еще на средней так и мотаются. И одиночки. Ну вот здесь тоже вот они. Эх. Не, тяжело мне одиночек снимать. Я не профессионал. И... В общем, вот они, вот. Даже чуть-чуть придется удалять. Они и высоко. Стаю, конечно, держать проще. В объективе. Вот они все. Все как-то летают. Так, ладно. Этих, ладно. Вот еще вот так вот просто сблизи покажу. Вот они, головастые.
головастики. Много двухчубой птицы. Очень много двухчубой птицы. Разные. Всякие разные. Тут как в супермаркете. Вот отсюда вот можно начать. Вот отсюда и вот так вот вести. Голуби. Разные, целая. Целая толпа. Вот они выстроились. Я же говорю, можно и на выставку не ездить. Приехать сюда и столько выбора. Где угодно они. Высоко и далеко, в принципе. Вот он красный бьет. А я просто камера сразу не фокусирует. Вот когда голуби начинают там кто-то бить, я не успеваю сразу вот на него направить. Глазом вижу, а съемка не профессиональная, я не профессионал, так что вот как могу, так. В принципе, всю красоту как бы. Наверное, камера и не передаст всю красоту. Это надо слушать ушами и смотреть глазами. Такой гул стоит. Поэтому. Вот он мраморный взлетел, вот носочубы здесь, вот он головасик стоит, играет. Я опять же прозевал. Вот они на перелетах там что-то делают. Так, ну а те уже чуть-чуть одни приопустились, а вот она стайка чуть-чуть. Небо открывается, наверное, солнце будет. Жара пойдет. Голуби там носятся. Вот она. Две стаи. Высоковато еще. Высоковато. Сейчас чуть-чуть отойду. Так, ну. Как бы одни потихонечку там одиночками садятся. Одиночками садятся. Вот, желтый идет, головатый. Потихонечку. Кто-то вываливается уже сверху. Вот он, головастик. Идет. Вот он, еще один головатый. Вот они. И там вон она, стайка. Вот они. Не вижу, что снимаю, уже солнышко начинает выходить. Вот так вот приближу на всю. Вон она там, стая еще летает. Они то соберутся, то разойдутся некоторые. Вот они уже со средней чуть-чуть приопустились. Со средней. Вот там, наверное, толпа штук 60 вот в этой вот. Не 60, ну 40 с лишним, наверное, летает. Плюс еще в разброс. Вот они в разброс. Сейчас удалю. Вот так вот. Вот они здесь летают. Не вижу, правда, что снимаю. Я думаю, что плохо будет. Вот на сером небе. Вот они. Вот сейчас голуби на перелетах бесятся вот. Кто-то играет, кто-то. Вон, краснохвост взлетел. Вот он. Ну, опа, на хвост. Жих. Приземлился. Вот такие вот. Просто вот он. Шейка.
черношейка. Молодой. Двухчубы. По нему и видно, что он молодой голубок. Еще пискун, вот он. А есть экземпляры намного покрасивей. Не знаю, я все снял, не все. Вот он, иранка. Не иранка, а то буду там ругать. Ну, головатая, двухчубая. Вот такая резетка у нее на носу. В общем, гул стоит конкретный. Голуби бесятся, перелетают туда-сюда. Вот. Не успеваю, надо быстро направлять за голубем. Камера просто, даже телефон резко не фокусирует. Если даже поймать голубя, который начинает бить при перелете, не очень получается. Так, вот они, вот она стайка приопустилась, это, и в разброс еще чуть-чуть пониже голуби мотаются. Вот так буду удалять. Вот они. В принципе, очень даже неплохо для такой большой стаи. Вот они. Стаю, конечно, мне проще поймать. Вот она, стая летает. А одиночки, вот они. Мотаются. Одиночек я просто-напросто не поймаю. Вот они. Ой, а тут еще, наверное, штук 15 сами по себе носятся. Так, ладно. Верхний что показывать? Вот. Покажу, вот так вот посижу. Вот здесь я покажу именно уже вблизи. Все, больше не приближает красоту. Перка. Двухчубы. Боятся голуби. Тут еще вон люди стоят, и я еще сижу. Поэтому... Боятся. Сергей, сколько воды в сутки выпивают? 200 литров? Вот так вот. 200 литров воды уходят. Около 200 литров уходит в сутки голубям. Я вон на свои говорю, что они там выпивают много. Мне сейчас вот моей поилки не хватает, приходится вот у меня 7-литровый баллон, вот, ну, 10 литров выпивают, а здесь около 200 литров. Не буду даже спрашивать, сколько они едят. Едят они не меньше. Знаю по своим, сотню кормить. Два 5-литровых ведерка из-под творога они. Ну, не полных, сжирают. Здесь я видел, Сергей с 12-литровым ведром приходил. Это, наверное, не на один раз сюда надо подходить с
таким ведром. Но эти вот они еще летают. Вот они. Вот. Кто-то там вот отдельно отрывается. Вон голуби некоторые играют. Приопускаются уже. Молодцы, молодцы. Вот. Вот так вот. В принципе, с этой голубятни, я думаю, если кому-то нужны голуби, я, конечно, извиняюсь, телефон я Сергея давать не могу. Ну и вы не спрашивайте у меня. Сергей постоянно бывает на рынке в Пятигорске. Вот. Я уже с ним говорил. Вот, когда перед тем, как начал видео снимать. Все вопросы вы можете решить с ним. Сергей очень много птицы вывозит в Пятигорск. Каждый рынок он бывает в Пятигорске. Вот, я показывал его голубей. Вот, он с краю там всегда стоит. Находите Сергея, и всегда можно договориться с дома, не с дома, с рынка приобрести. Но факт остается фактом, то что все голуби гоняются. Все голуби гоняются. Это не просто базарный разговор. Хоть какое-то никакое, вот видео доказательство есть, что голуби, они не вольерные, знают то, что такое небо, вот они, и летают. Это не реклама, это просто факт. В принципе. Я похвастать ничем не могу своими курами. Ну а здесь есть и масть, здесь есть и красота, и всего-всего понемножку здесь есть. Присутствует. Поэтому, ну, всегда, не всегда у всех все получается, поэтому. Человек работает с голубями, и у него что-то получается. Вот такие вот. Глаза разбегаются, просто-напросто разбегаются. Вот эти вот краснорябые чили мне нравятся. Очень нравятся краснорябые чили. И особенно двухчубые. Мне и так они нравятся, желторябые и краснорябые чили. Вот он мраморный потянул. Ах ты, и не сыграл. Да. Так, ну, эти вот они. Вот они еще летают. Ну, по поводу кормов точно так же, как и все голубятники, ну, Сергей кормит пшеница, кукуруза, ячмень, просо, горох, вот, ну, на данный момент он и ячменем то же самое кормит, ай, вот он, стою, болтаю, вот он стоит и бьет, да, я же говорю, что я не тот оператор, который может сразу все схватить и поймать, или просто-напросто голубей много. Не всегда получается. Не всегда получается поймать. Так что по поводу кормов, вот он еще один стоит. Вот она. Носочубы какой-то. Вот оно. И таких тут не один. Это я так
снимаю. Так что вот эти уже приопускаются. Вот со всеми паузами там чуть больше часа они уже в любом случае летают. Там кто-то и остался, вон троечка. Троечку вижу под облаками. Мне там, не знаю, она возьмет камера. Наверное, возьмет. Я вот сейчас приближу на всю. Вон они там. Вот, кажется, три. Три штуки по отдельно там летают. Вот там. Ну, а эти уже вот здесь поразлетелись, здесь летают. Вот это уже одна стайка чуть-чуть на посадку пошла. А остальные наоборот, вон те начинают играть и поразлетелись все. Так, вот эти, может быть, на посадке что-нибудь я успею. Или ни хрена. Ни хрена, вот они двое стоят. То ли чиль, то ли кто-то. Ай-яй-яй. И крыша высокая. Вон он белый там выпрыгивает. Короче, даже не знаю, вот они. Красный носочубы. Много голубей, поэтому не голуби такие, а руки у меня кривые, так что прошу на голубей не грешить, это вот я такой кинооператор. Вот они играют, вот они поодиночке становятся, вот не знаю, вот белый, еще вот этот вот какой-то, вот он, сизый что ли. Уже не играет, сверху играл, садится, так, бил. Так, это головатый, вон он белый, вот тут хорошо выпрыгивает, вот он, так, головатый. Опа, кто-то на хвост, кто-то играет, вот белый где стоит, вот этот белый лучше всех, по-моему, вроде садился, начал играть, и пошел, наверх опять. Так, а остальные, вот они, разлетелись и мотаются. Так, у меня уже и шея болит. Постоянно наверх смотреть. Я за своими тоже смотрю, но столько не снимаю постоянно. Вот так вот буду удалять. Опять они некоторые начали подниматься. Ну их, короче, я не снимаю больше лед. Вот еще раз. Вот так вот просто покажу. Голубей. Вот такие вот. Просто покажу голубей, чтобы вы просто имели представление, какие здесь голуби. Лед уже там я наснимал. Вот такие вот. Чернохвостые. Вот. Так что даже не знаю, кого снимать, чего снимать. Постоянно голуби перелетают туда-сюда. Тут и молодятина, и нахвосты туда-сюда. Вот они. Вот он.
все. И, наверное, я буду заканчивать видеосъемку. 25 минут уже еще один ролик. Так, там вон и чили здесь. Вот и небесные там двухчубые. И чилька вот она стоит, двухчубая. Вот такая рябоголовая. Уже и, если честно, руки болят на вытянутых руках держать. Телефон тоже тяжеловато. Вот он, малыш такой, зевает. Желтолысый двухчубый, вот он. Вот такой, видно по нему пискуненок. Вот такие вот красавчики. Голуби кайфуют, вон срываются туда-сюда. Так, все. Наверное, мы будем тоже собираться. Вот, домой. Вот, одни здесь олетают в разброс. Также стая еще вон она то поднялась, то чуть приопустилась. Я вот так вот удалю. Вот они. Чернохвосты садится. Так, а ну, что-то он хотел. Ай. Ничего не... передумал. Вот он желтый стоит, какой-то бьет. Ну. Так. Ладно, сейчас я на паузу поставлю. Так, ну, все, мужики. Всем приятного просмотра. Если что-то не так снял, вы, конечно, извиняйте. Сейчас еще, если получится, еще в одно место заеду. Еще там посмотрю голубей. Так что вот так. Вот, я думаю, получасовой ролик уже, наверное, хватит. Голуби еще. Вот они. Здесь омотаются. Вон там еще стайка мотается, четверочка еще выше ходит. Так что есть голуби, вон они раскрываются, там играют. Вот. В общем, как-то так. Так что, ладно, всем спасибо за просмотр. Ну, кому понравилось, можете ставить лайк. Ну, а кому не понравилось, можете и дизлайк поставить. Все. Если интересно, подписывайтесь на канал. Все. Всем удачи. Всем пока. Приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. То есть...